команде ставят два удаления. За игру без клюшки наказан игрок по номеру 61. Алексей Власов. Седьмой мяч. Ворота команды «Стар-2». С передачей Александра Быструка, номер 96, забил. Забил Максим Ербилов, номер 47. Команде «Стар-2» удаление. За подножку 10-минутным штрафом наказан Леонид Афанасьев, номер 8. Восьмой мяч. Ворота команды «Стар-2». С передачи Максима Ермилова, номер 47. Забил Артем Мелешин, номер 66. Команда «Стар-2» играет в полном составе. Девятый мяч. Ворота команды «Стар-2». Передача
Вадима Краснова, номер 97, забил Андрей Терехов, номер 88. Первый мяч в ворота команды «Волга Черемшан» забил игрок под номером 19 Руслан Сущев. Команда «Волга Черемшан» играет в полном составе. В команде «Старт 2» удаление. 10-минутный штраф за подножку наказан Дмитрий Егоров, номер 4. Второй мяч в ворота команды «Волга Черемшан» с передачи Дмитрия Баранова, номер 3, забил Александр Последников, номер 10. Матч завершен со счетом 9-2 победила команда «Волга Черемшан». Уважаемые зрители, следующий матч состоится завтра, в воскресенье. Начало игры также в 9:30. Будем рады вас видеть. Спасибо.